Всем привет! Давно не было видео, сейчас завожу наш куновский трактор. Вон Бим сидит, меня ждет. Поеду, привезу сенаж, зацеплю телегу на поле. Еще осталось 3 рулона сенажа. Сегодня 10 июня, до сих пор у меня едят сенаж. И быки, и овцы в перемешку, то есть 2 дня трава, день сенаж, и очень его активно хорошо поедают. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Так что поехали. Я не вижу! На нем не открывается окно и не видно. Здесь всегда были удлинители, но какой-то долбоёб, ну это Мишина. Он... снял удлинители. Здесь всегда блять, Валер, ёб твою мать, блять. Так, на поле уже. Вот так поле выглядит у нас 10 числа. Ну так, на сенаж можно как бы как отаву подкосить, но для сена еще рано. Забираю я старые 2 рулона сена и сенаж кинул 1 рулон. Вот так буксовали там весной, такие ямины наделали, но... И вот наше прошлогоднее сено. Один позапрошлогодний, один прошлогодний. Вот так. Ямины, сейчас я его возьму. Чуть пониже. Я думал, что поздновато как бы будет сезон, но буквально за неделю трава подтянулась хорошо. Так что, в принципе, уже можно сенаж начинать косить. Сейчас день-два посмотрим.
Так, ну подъезжаем к прицепу. Сейчас попробую с торца закинуть. Не получится, наверное. Единственное, сейчас будем прыгать, зацепить. Я говорил, что на этом тракторе была навеска сделана с удлинителями под прицеп. И в Мозевске стояла эта поперечина. А у нас специалисты, они... Ну, про работяг своих говорю, они же им покер, они... Там бросили, здесь бросили, где что стояло, никому нахрен. Ничего не надо. Ну и вот так вот получается. Сейчас мы будем маленько заниматься сексом. Сейчас пойдем и посмотрим, что у нас там получается, а что не получается. В прошлый раз я ехал, колесо спустило. Что спустило, я так и не понял. Ниппель маленько провернутый, но много было гаек крутить. Я не стал его делать, просто накачал, все, оно держит. Вот сенаж один остался, еще там на выезде. Вот так он выглядит. Почему он сплюснулся? Многие там специалисты в комментариях пишут, плохо замотан этот. Да неплохо он замотан. Вот эта вот херня весит где-то килограмм 500-600. Он замотан как силос. Он кисловатый, такой, и очень-очень сырой. То есть его вот катали прямо вот с такой вот травы утром. Косил рано, и до вечера мы это все уже закатывали в сенаж. И получался он такой не сенаж, а именно силос. Это за это они вот так вот все продавленные. То есть если я еду, смотрю, сенаж у меня стоит ровный, хороший рулон, это сухой сенаж. А вот такие промятые, продавленные, это силос, который с большим удовольствием едят, что быки, что овцы. А вот такой суховатый, вон там у меня рулоны стоят, сенаж, его едят быки и овцы не очень. То есть, попробовав вот этот сенаж, они едят его намного лучше. Ладно, пойдем цепляться, да, Бим? Жарко тебе уже тоже. Пойдем попробуем зацепиться. Ладно, сейчас буду цепляться тут. И то никак. Так, все, будет что интересно, дальше покажу. На мое удивление, сразу, с первого раза, то есть как мы подъехали, зацепился я. Ничего мы не занимались сексом. Колесик у нас маленько приспущен. Но, в общем, что хочу сказать. Ежедневная практика, ну не в сексе, а в колхозе, она дает о себе знать. Да, вот еще хотел показать. Такая вот, надо за этот варить заново. Ладно, все.